И на ступени на чашку лежать. Я сейчас ударю немного. Дивный Господь, слава Тебе. О, преблагословенный Создатель, благодарим Тебя, как Твое создание. Ты искупил нас, назвал друзьями и рабами. Научи нас истинно трудиться в Твоем винограднике и доверять каждому слову из Слова Божия. Господи, отверзи ум по разумению Писания. Приготовь встречу с Тобой, дабы не напрасно мы суетились здесь на земле. Благодарю Тебя, что Ты живой истинный Бог и отвечаешь на живую молитву. Хвала Тебе, благослови Ангелину и пруд ее. Тебе, Господи, слава, Тебе честь и поклонение, хвала и благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Паля, еще, Паля пошла. Так, сразу остановила их хвост. Сейчас я и дам, посмотрите, и дам вам объявление. Так, Поля, иди сюда. Иди ко мне. Поля, иди скорее. Вот она пришла, держи. Да хорошая кошечка. Где мама приезжала? А хвост в ней какой. А? Да красавица моя. Вышла она, услышала, я молюсь, голос-то. А потом не понимает, а как эти, откуда взялась эта шпана, скажет. Так, я даже вопрос не задаю. Вдруг сразу одни хорошие известия пошли. То, что я сегодня испортил там флешку, восстановила система. У нее как-то она диск и говорит, на этом диске два диска. И мне дала, я 15 минут все уже разбазарил. Сейчас мне нужно внимательно смотреть, примерно 2000 с лишним фотографий перебрать, которые у нее старые были. Но крещение как будто бы целиком сохранилось. Радость большая. Вторая радость. Поспевать стало быстро. Температура-то видите какая? Ягода, клубника. Завтра мы ничем не занимаемся, а идем за ягодой. Где берем окололинии? 3 километра. 3 километра. Один из вариантов. Мы всегда ходим пешком. Туда и обратно. Другой вариант. Попросить. Я не вижу, где Сергей Павлович-то. Ушел. А куда? Не стал, не хочет ужинать. Есть не хочет. Ему нет. Полезно. У него лишнее сало на животе. Он сам говорил. Так, он может за рулем. И 17 человек мы в газеть залезем. Даже делать нечего. Самые крупные сядут внутри 7. Детей у нас даже 7 не набирается, вот эти на колени, остальные в кузовок. Доедем, машину поставим и обратно. Потому что жарко, устанут, воды только набрать, заранее налейте. Кружки у каждого. И будем брать ягоды, кто сколько наберет. Ссыпать только в одно ведро. Подойдете, чтобы с горкой было насыпано. А не так, полкружки внизу, трава лежит, а тут ягоды. Этих рыбаков, охотников, хитрецов разоблачим сразу. Да. Завтра будет вечерняя служба. А в честь чего? В честь того, что в четверг уже будет праздник. Какой? Петра и Павла. Все уже? Четверг. Конец поста. А по всей вероятности, да. Вот надо на Башки. Это тоже, а? Надо планировать тогда, насколько мы туда выйдем. Еще мы там будем сидеть, мы к обеду вернемся. Утром выйдем, к обеду вернемся. Раньше было так, ходить только босиком, нынче ничего не говорю. Вот она просит, она и в храме разувается и стоит на своей обуви. Я тоже ходил босиком, и не всегда возможность такая есть. Так, видишь, посмотри. Так, разрешается, входи. Я хлеб нести хочу. Давай. Хлеб. Что делать? Я... Оттуда. Хлеб есть? Спекся? Вы сделайте так. Завтра сразу разрезать его, а корочки сзади, а сегодня уже отрезать можно. Так. Ну, дадите, все. Радостные известия сразу нахлынулись. Для меня вот эта потеря... Я покой не находил. Вдруг ягоды. Мы следили, но 2 дня мы тут работали, не видели, а еще не поспевало. Вот когда мы ездили на линию, сейчас поспевает. Потом здесь можем сходить пешком за околку. Все, пока. Вот дальше мы помолились за Ангелину, и она расположилась, и все мне отдала, я быстро 15 минут скачал. Ну, больше 2500 фотографий, наверное, было. Перемолоть надо. Выбрать там старые. Садимся за стол. Вы только делаете, что говорят, у нас все будет обратно.
отдельно рядом. Отодвинь маленько. Скамейку отодвинь. Да, давай. Давай. Мужчина по 3 кусочка раздавали. Еще горячий. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Вот он лежит. Только что Марина достала его минут 5 назад. Так, слава Богу за все. Вот.